Итоги всероссийского исследования рейтинга авто года подведены. Из 335 моделей выбраны 16 лучших в номинациях многоцелевые, современные, надежные и семейные автомобили. Это не просто выбор лучшего автомобиля в классе. Это осознанный выбор по ряду критериев автомобиля, даже трех автомобилей в сегментах, которые мы определили вместе с социологами, ну, приблизительно так, как люди сами для себя и классифицируют их, когда думают о покупке автомобиля. Организаторы также вручили суперприз участнику голосования, выбранному случайным образом. Счастливчику достался квадроцикл CF Moto X5 Classic. Автогода, как всегда, на высоте, и тем более приятно, что именно с автогода мы реализуем самый наш значимый в этом году проект знакомства наших автомобилистов многочисленных, российских и не только, с новой трассой Москва-Санкт-Петербург М11, которая на самом деле теперь уже не Москва-Санкт-Петербург, а трасса Нева. Через М11 пролегал маршрут ежегодного квеста «Автогода». За победу боролись 6 экипажей. Победителю, самому ловкому и умелому капитану команды, подарили путешествие в Финляндию. Отличное мероприятие. Автомобиль года, как обычно, удивляет своим масштабом. И мы рады, как компания «Топ-Восток», быть частью этого масштаба, потому что компания «Автомобиль года» постоянно объединяет автолюбителей и профессионалов автомобильного рынка. Впереди у организаторов премии подготовка к ежегодному конкурсу «Автомобиль года в России». Голосование начнется совсем скоро, а церемония награждения победителей юбилейного 20-го по счету сезона состоится весной.